Сейчас вы учите финский язык. Но название курса не курс финского языка. Курс называется «Котоутумискоулутус» или «Интеграционная школа». Интеграционная школа. Что это значит? «Котоутуа» – глагол. «Котоутуа» переводится как «интегрировать», «приобщаться». Сейчас ваш дом находится в Финляндии. Вы учите финский язык. Вы приобщаетесь к новой культуре. Знакомитесь с трудовой жизнью Финляндии. Какая Финляндия как страна? Какие финны как люди? А какая же она финская культура? Важный вопрос. Что вы хотите делать, когда наш курс закончится? Хотите ли вы работать? Хотите ли вы освоить новую профессию? Учитель будет беседовать с вами и спросит вас, где вы живете, какая у вас семья, как долго вы живете в Финляндии, какая у вас профессия. Когда вы будете беседовать с учителем о том, чем вы хотите заниматься, когда курс закончится, эта беседа называется «Hops keskustelu» или «Hops беседа».